Ведущие антропологи и археологи в эти дни съехались на Алтае. Там они намерены ознакомиться с сенсационной находкой. В прошлом году алтайские ученые обнаружили останки древнего человека, который мог представлять отдельный вид. Репортаж наших алтайских коллег. Все эти находки сделаны в Денисовой пещере. По данным ученых, здесь сокрыты свидетельства последних 280 тысяч лет жизни на планете. В каждом из этих пронумерованных слоев следы различных цивилизаций. В 11-м археологи и обнаружили остатки культуры неизвестной ранее ветви человечества – Homo altaensis, или так называемого денисовца. Появилась интересная косточка, посмотрели примерно представление. У нас палеонтологи работают, очень известные. Показали, определили, и дальше эта косточка поехала, так сказать, путешествовать. На сенсационную находку наткнулся археолог Александр Сабанков. Косточку фаланги пальца ребенка он обнаружил в одном слое рядом с бусами, кольцами и орудиями труда. До сих пор считалось, впервые подобные предметы появились у Homo sapiens. На Земле человек разумный бродил 40 тысяч лет назад. Алтайские находки оказались гораздо старше. Это орудие, в общем, которое держал человек примерно, который жил около 50 тысяч лет в нашей эре. Известный в научных кругах палеонтолог Сванте Пааба сделал генетический анализ и подтвердил, ДНК ребенка, чьи останки обнаружили в Денисовой пещере, не принадлежит ни Homo sapiens, ни неандертальцам. Из маленького кусочка косточки мы можем извлечь информацию и реконструировать полный геном древнего человека. Мы можем рассказать все об истории развития данной популяции. До недавнего времени считалось, современные люди произошли от Homo sapiens, вышедшего из Африки. А первобытные виды, обитавшие в других регионах, были настолько примитивны, что просто не могли эволюционировать и в итоге вымерли. По ДНК обнаруженных останков группа профессора Пааба вычислила современных потомков денисовцев. Население современное на земном шаре, которое сохраняет геном денисовца, это население Меланезии. У современного населения до 8% генома денисовца сохранено. По словам экспертов, примерно так выглядят те, в чьих жилах течет кровь Homo altaensis, самых прогрессивных и высокоразвитых древних жителей нашей планеты. В пещере продолжают работать археологи. Они не исключают, здесь их ждет немало открытий. Дмитрий Клишин, Дмитрий Черепов, Вести, Алтай.